Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас еще схожу на пляж Чкаловский, потом пойду к Причаловцу. Прекрасное место. Народу почти нету. Солнышка уже нету. Я искупалась. Повезло. Я поймала чуть-чуть солнышко. Но никого нет, да, особо. Только единицы, так сказать, людей. Буквально месяц назад тут очень было много народу, было хорошо. Ну, сейчас приходят пофотографироваться в основном люди, полюбоваться на море. Уже тепло одевается. Красивое вот такое вот, но суровое море. Немножко еще прогуляемся. Лежаки же все собирают. Ну, потому что действительно, кто будет загорать, не очень-то и тепло. Около 20 градусов. Скоро, видимо, дождик пойдет. Я пойду вот в это прекрасное заведение Причал. Оно было снаружи беседки открыто, сейчас все закрыто. Ну, зато видите, кто-то вот так вот гуляет с собаками, с детьми. Небо вот такое вот черное-причерное. Уже нет, конечно, никаких ни массажей, ничего. Хотя я посмотрела середины октября, даже в первых числах. Уже вот-вот-вот погода улучшится. Конечно, море от этого теплее не станет, к сожалению. Как бы нам этого не хотелось, дорогие друзья. Но я еще все же купаюсь. Хотя хочу сказать, в том году в это время еще было намного теплее, да, вода. Температура воды, чем сейчас. Радует, что нет никаких запретов. Хотя бы можно подойти и поплавать в море. Поэтому надо радоваться даже такой погоде. Есть во всем свои плюсы. В таком случае я их вижу. Людей мало, можно насладиться, помедитировать возле моря. Пляж Чкаловский. Я была на пляже Причал, попозже тоже выпуск вам скину. Ну, а тут, ну, тоже единицы людей, да, в основном одетых. Кто-то, конечно, тоже купался, он мужчина, тоже выбирается из воды. Ну, вода сегодня не такая холодная, как была, где-то 22 градуса. Волны уже довольно-таки большие поднялись. Народу никого особо, да? Кто-то просто единичный сидит, смотрит. Ну, надо полагать, потому что теплоты такой нет. И возле моря все равно прохладнее, чем, допустим, в другом где-то месте находится. Но все равно люди приезжают, да, недавно я вам мандарин снимала, там тоже хорошо погулять. Можно съездить и на Красную Поляну, мест хватает. Не все прям на море идут, но все равно хочется, конечно. Я люблю море. Море для меня это что-то волшебное. И всегда останется для меня каким-то энергией, силой, мощью. Поднялись большие волны. У меня даже уже руки немножко подмерзают. Кто-то фотографирует тоже. Ну, дальше сильно проходить не буду, потому что одно и то же. Собраны лежаки, да? Видите, какая обстановка. Какие-то заведения еще работают, какие-то уже даже свернулись, хочу сказать. Ну, в основном... Когда я тоже хотела в аренду тут что-то брать, говорили до конца сентября, где-то до середины, где как, да? По-разному договор заключаешь, поэтому кто-то и раньше уже свернулся и ушел. Небо вот такое вот черное, черное, черное. Скоро пойдут тучки, поезд тут пошел. Уже темнеет. Здесь постоянно проходят поезда, и многие люди с завистью смотрят летом, когда особенно вот так вот едешь на тех, кто купается, да, тех, кто уже уезжает. Хочется
на море, да, на пляж в это время. Я на «Ласточке» была и на поезде как-то ездила, очень устала и думаю, почему бы не до Краснодара. Кстати, тоже скоро собираюсь там по делам и заодно тоже поснимаю в те края. Ну и там вроде как даже потеплее должно быть. Вот такой сегодня у нас пляж Чкаловский. Никого нет. Ничего нет. Такие тучи. Но все равно море само по себе, оно прекрасно, оно восхитительно. Пойду сегодня снова в это любимое место, причал, да? Кафе, ресторан. Оно там очень хорошо тут кормят, вкусно. Не очень дешево, но, друзья, если есть возможность, советую. Иногда лучше один раз ходить в хорошее место, чем 100 раз плохое. Ну, это так, как совет. Так. Очень уже вкусно пахнет. Рыбой там. Так как я искупалась, да, надо пойти согреться. Немножечко начинаю подмерзать. Если бы я, конечно, не купалась, я думаю, что не было бы. Я даже сегодня сняла свою куртку, ушла, да. Платье было как-то даже жарковато мне. Немножко полюбуемся на море. Ну, люди уже, видите, тепло одеты, но надо полагать, потому что холодно. Кто-то даже в пуховиках, кто-то еще более легко. Я бы даже свою вот эту шаль взяла, потому что когда днем ехала, казалось, еще не так холодно, да? Но сейчас уже ощутила. Вечер, конечно, прохладно. Небо вот такое. Просветано, но еще холод идет. Все равно море великолепно. Напишите, кто в это время приехал, купались ли вы, либо просто на море ходили. Как вы себя развлекаете, напишите. Может, у вас какие-то вопросы будут. Я вам тоже подскажу, куда можно пойти. Конечно, в такое время самое лучшее – это баня. Вот честно. Арендовать хорошую баню, прогреться там, окунуться в бассейн. Вот это, конечно, да, это класс. Ну, море можно сходить помедитировать, просто окунуться. Не обязательно, как я, там заплывы делать. Ну, мне нравится пока что. Конечно, если на улице будет еще прохладнее, то не очень классно купаться. Когда на улице тепло, то можно, конечно, в какую-то более прохладную воду. Ну, я люблю, конечно, и погреться. Так что сейчас пойду, дабы совсем не замерзнуть. Вот такая вот красота, все светится. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал обязательно, ставьте лайки, я для вас снимаю. Чтобы для меня какой-то был тоже стимул, для вас это мелочь, для меня приятно. Я буду видеть, что вам тоже интересно. Итак, пойдем вот в это заведение. Потом краткий выпуск вам сниму. До новых встреч. Целую, обнимаю. Всех люблю. Всех доброго вечера. Всем доброго вечера. До свидания. Пока-пока.